Здравствуй, меня зовут Елена Кошелева. Я приглашаю тебя на вебинар по осознанным отношениям, по осознанному замужеству. Как правильно выбрать мужчину, как правильно провести первое свидание, как правильно познакомиться и дальше продлить эти отношения. На вебинаре ответы на вопросы, основные, важные, то, что обязательно нужно знать, мифы, там, где мы делаем ошибки. И на вебинаре ты услышишь ответы на основные вопросы, которые волнуют. Где искать мужчину своего уровня? Как проводить первое свидание? Каким образом переводить отношения дальше? И как создавать свою ценность? Потому что мужчина все-таки берет нас замуж, потому что мы обладаем какой-то ценностью. Я вам расскажу про рейтинги, про то, как мужчина оценивает и как мужчина выбирает. И, конечно же, как поднять свой духовный рейтинг, и именно за это мужчина берет нас в жены. Жду тебя, приходи на вебинар.